Здорово, пацаны. А где стюардесса? Че ты? Я же специально для нее пришел. Желаем вам приятного полета. Это лоукост, нету стюардессы. Багаж оплачивается отдельно. Сорян, ребят. Вот это я понимаю, профессионал. Класс. Сразу. Это я понимаю, джойстик. Вот это с джойстиком летает, да. Топчик. Давайте еще один вертолет возьмем. Пиздец, я ган, это идет на YouTube. Так, а меня закинуло за бомжей, походу. Я чувствую, всех закинул за бомжей. Ну, мужики, я пошел бомжевать. Восстань против капиталистического империализма. Окей, окей. Хорошо, только потом не ругайтесь, что как-то очень... Angel, давай к нам. Давим. Нет, давить я его не у могу. У нас украли. Комфортабельно. А на этом сервере банят пятого. Так, мне еще надо вспомнить, какие кнопки. Ну, че, пацаны, едем Аллах Акбарить, это да взрывать пожирателей свиней. Аллах Акбарить. Впереди один. Включи кондиционер, че, блин, воняет пиздец в салоне. Че вы делаете? Эй, мы обычные регуляры, никакие да без религии, так сказать. Что ж ты так, сука, дрифтишь? А бы религия только дробнобасы и... Это, посмотри, это водитель, он первый раз с гор спустился, с шака с леса ему за руль посадили. Вот радуется, блин. Ужас. А кто за рулем, кстати, сидит? Я смотрю, ему стыдно, она назад оглядывается, морду не стыдно. Командир отделения. Блять. Все, молчу, не отвлекаю. Да. Не отвлекайте водителя, он потеть начинает, нервничает. Все из-за того, что под руку говоришь, только из-за этого. Да не говори, да. Хорошо же мы еще молить суры не начали читать из Корана. Надо, наверное, было мне взять сапера или лата. Возьми самое собой, Аллаха собой в душе. А вот, да, точно. Ну, всегда. А, ну все, слава богу. Слава Аллаху. Ничего, ничего не как надо, хорошо. Я понимаю. И та ведь можно взять на гору. Хабу читает. Спешимся, мужики. А ты не поставишь что-нибудь? А что, надо сделать что? Я вообще не в курсах просто. Надо достать лопату, дождаться, пока док найдет позицию силы. Вот, например, вот эту. Все. Копать, копать. Настоящий. Блин, всю жизнь хотел пострелять, и все равно опять в Майнкрафт попал. Ну что ты будешь делать, а? Все, мужики, садимся и едем отсюда. Нахуй. Где-нибудь в городе, может быть, поставить так же просто фобы и там еще. Просто еще больше, тем лучше. Ну да. Да ебаный в рот, как же я обожаю эти машины, сука. Просто намазанные салом, блять. Эджил, твой персонаж сол держит как в голову свою собственную. Я просто пытаюсь рассмотреть, если есть грязь в дуле. Чтобы по пальцам ее потом выковырить оттуда. Подбородок рассматривать, да? О, посмотри направо, это вообще гранатами смотрит, блин, в подствольник. Настоящие сыны Аллаха. О, я уже слышу, кто-то стучит в дверь. Вот, может быть, рядом с пятым поставить, там как раз небольшое сейчас, прикрытие. Сейчас, блядь, каждый раз, когда я смотрю на карту, это заканчивается крайне плохо. Я, конечно, знаю, что я получу свои 72 девственницы, но хотелось бы также еще неверных пострелять. Командир, соберись. Мы явно победим на конкурсе 720 или блинов, или как это все. Блядь, ну мы реально настоящие дрифтеры, да. Видели фильм, слушай, что суницкий дрифтер, да? Да, суницкий дрифтер. И хорошо, не в ту сторону едем, не? О, БТР Аллах, РСГС, вот это что хотел увидеть. Аллах меня защитит. Аллах, мы за тобой. Куда я поедешь? Знаю, брать, все Аллах? За мной. Ладно, Аллах, я покажу тебе путь истинный. Вера не в броне, она... А, нормально. Все, вера Аллах, в собственную непобедимость. Я бессмертен до тех пор, пока меня не броня защищает, а вера. Во-во-во, да. Как говорится, зачем мне бронежилет, если обида бьет в самое сердце? Толкнем, давай. Слушай, Аллах, ну ты выбираешь маршруты не из простых. Неисповедимы, как сказать. Пути его. Стоп. Пути Аллаха неисповедимы. Мы отъедем в сторонку, чтобы никто его, блядь, никогда в жизни не нашел. О, да. Нормально, спешимся, господа, ставим хаб и потом идем.
Мы здесь не сможем поставить, конечно, там 4 сотый радиус, нет? Блять, не хватило, да. Огонь противника с юго-востока, занимаем укрытие, вступаем в бой. Противник где-то 150. Хорош. Отвожу машину. Господа речи, мы желаю уходим отсюда. Господа, давайте в машину уходим отсюда. Так, осторожно. Подождите меня. На юге, на юге. Хорошо. На юге техника, я не знаю, сгоревшая. Своя, своя. Свой БТР только что проехал. Это на борту. Иншалла. Иншалла, брат. Видишь, неверные пули не осилили, не поколебили мою веру. Блять. Вот пока мы ездим, люди занимаются Аллах угодными делами. Кто-нибудь, кто близко, разгрузите, пожалуйста. Эйджелу нужны таблетки головной боли, желательно, бинты особо. Здорово, бандиты. Машине, к машине подходи, Эйджел. Главное, не прикасайся к моему мужскому достоинству. Не будь жадиной. Так, муджахеды, мы свое дело сделали. Садимся внутрь и после этого едем в бой. Прям настолько в бой, насколько реально. Аллах Акбар. Я хотел на вертухе летать. Ну, мы едем, мужик. Морозец. Так, ты не помещаешься? Ебать. Провал. Мы вернемся. Давай я тебя стрелю, просто там возродишься. Нет? Блять, ну началось, нахуй, нет. Ну ладно. Приятно видеть веру в командира настолько сильно, что в машине никто не пристегнулся. Сука, учитывая то, как я вожу. Спешиваемся. Вступаем в бой, господа. Медик! Я ногу противник с запада где-то был. Не дайте мне умереть, я хочу еще в неверных пострелять. О, добро. Один с севера лежит. Близко за забором на 328. Добра тебе, брат. Направление неверных. Как будто бы с севера. Отставить, это юго-восток. 105, нет, восток. Морозец, пока останься у себя. А я ближе посмотрю на вас. С севера. Кто стреляет? Кто стреляет? Стрелял Эйджел. Смотрю восток. Девственница, я иду. У нас есть противотанковая? Уреймер.